В Москве в эти дни проходит 18-я ежегодная конференция Международной ассоциации прокуроров. Это не политическая и не правительственная международная организация, объединяющая 250 тысяч блюстителей закона почти из 150 стран. Основной причиной создания стал быстрый рост транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков, отмывания доходов, полученных преступным путем. В этом году в работе примут участие более 800 участников, почти из 90 стран мира. Чувашию на конференции представляет прокурор Чувашской республики Владимир Метелин. Чебоксарские фанаты встретились со своим кумиром в бутике. Известный рэпер L1 приехал в столицу Чувашии с концертом, а за несколько часов до выступления устроил автограф-сессию. Встреча с артистом прошла в торговом центре «Каскад». Встретился с рэпером и Дмитрий Ковалев. Он хотел увидеть все красоты Чебоксар, но помешала погода. Весь день шел дождь, и Ливан решил отсидеться в гостинице. Из апартаментов артист вышел только вечером и направился в торговый центр. Правда, не за покупками. Именно здесь была назначена встреча с местными поклонниками. Но сначала певец вспомнил молодость и пообщался с фанатами в прямом эфире. Когда-то Ливан Горозия работал диджеем на радио, тоже в провинции. Хотя поначалу он грезил о большом спорте. В Якутии будущий рэпер входил в состав сборной республики по баскетболу. Из-за травмы бросил мяч и взялся за микрофон. О таком будущем Ливан и не мечтал. Став известным в Якутии, он решил покорить Москву и образовать новую группу. Завоевать любовь столичной публики артистам удалось. А песня из дебютного альбома даже стала саундтреком к фильму «Фантом». В прошлом году рэпер с головой ушел в сольное творчество. Вместе с командой Black Star Горозия решил показать всей стране новый уровень хип-хопа. Мы хотели изменить сознание людей, что все возможно в этой жизни. Ну, то есть, зачастую в русском рэпе было как? В нашей стране все плохо, у меня все плохо, я сижу в подъезде, вокруг наркотики, вокруг дебилы и так далее. А мы хотим привнести позитив именно в эту культуру, именно в эту музыку. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. О Чебоксарах и местной культуре Ливан знает не понаслышке. Недавно он записал совместный трек с уроженцем Чувашии, не менее известным рэпером Карандашом. Хит оказался популярным. Потом артисты решили снять клип. Ну, в свое время, я когда жил в Якутске, я еще слушал его оттуда. Поэтому, то есть, мы были наслышаны друг о друге, а в определенный момент пересеклись, познакомились. И в момент, когда он жил в Казахстане, мы решили, что стоит уже пора что-то и записывать вместе, и записали совместную песню с Биксоном. В Чебоксарах L1 презентовал новый альбом, а недавно в сети появился и очередной клип. Местные поклонники пополнили свою коллекцию и автографами кумира. Певец их раздавал щедро. В «Каскаде» подобные встречи обещают организовывать и дальше. Торгово-развлекательный центр «Каскад Сити» совместно с гудьком Black Star, как и обещали, очередной раз радует жителей нашего города. У нас сегодня в гостях был певец L1, которого все не понаслышке знают, по веселой песенке все танцуют локтями. В будущем мы также ожидаем всех звезд из состава Black Star Inc., поэтому приходите к нам почаще, и вы застанете такие сюрпризы. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.